просто была возможность и поехать уже туда учиться, в Англию, но у меня встал выбор, либо ехать учиться на звукорежиссера, я в этом абсолютно ничего не понимал, но почему-то думал, что это около лежащая вот рядом с рэпом профессия, единственная подходящая, поэтому думал посвятить жизнь этому, ну, ближайшие 4 года. Но потом я подумал, у меня там один интернет-баттл подходил к концу, к финалу, ну, я решил забить, доучиться уже в школе, получить свое среднее образование, и потом просто во все тяжкие отправиться и посвятить жизнь рэпу именно. Я не знал, что из этого выйдет, но сейчас потихонечку набираем уровень, и все происходит так, как я не ожидал, но очень хотел, чтобы это было. Ну, то есть конкретно в Англии я понимал, что если я туда уеду, то до России потом добраться будет сложно. Ну, и до Латвии, и до России, и так далее. Поэтому решил избежать этого.